Костя, с победой. Твой комментарий по сегодняшней игре. Спасибо за поздравления. Игра была непростая. Готовились к Балшине очень серьезно. Хорошо, что забили быстрый гол. Потом Илюша Алексеевич забил второй. Стало чуть полегче. Но, к сожалению, отдали им инициативу. Чуть-чуть меньше стали играть с мячом. Как-то второй тайм такой невыразительный получился. Наверное, играли по счету больше. Но рады, что добыли 3 очка и сыграли на 0 сзади. Неожиданный перенос матча из Бобруйска в Гомеле сказался ли как-то на тренировочном процессе? Нет, не сказался. Мы были только рады, что сыграем на хорошем поле дома. Нам это только на руку. А впереди матч с Железным Торпедобелас. Какие планы, как команда будет готовиться? Готовиться будем, как и ко всем. Будем стараться побеждать только так. Каждая игра 3 очка нам нужны. Спасибо.